Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Shelter War. Так, что у нас тут? Навык бойца повышен до 9. До 9. Секундочку, а я вас могу же перенести к себе в штаб? Окей. Уже бежит он. Беги, и ты что стоишь-то? Ты тоже беги в штаб. Переходим с тобой на карту, и у нас пустыня черепов. Мы до сих пор с тобой катаемся здесь. В бой. Сейчас мы будем с тобой тут всех гасить. Ого, нас трое, а их четверо. И кто сильнее? Ну, отлично. Слушай, походу мы здесь сильнее будем. Ты видишь, какой тут результат. И мы победители. Активируйте премиум. Да не хочу ничего активировать. Достали уже со своим премиумом. Обойдусь как-нибудь и без него. Ну что? Что у тебя общего с этим факсом, Смит? Кроме запредельного низкого уровня IQ. У этого дикаря есть вещь, которая мне нужна. Он наверняка не откажет поменять ее на твою машину. Все равно ее аккумулятор скоро сдохнет. Что там с аккумулятором? Я не расслышал тебя, дорожный брат Смит. Поспеши, стая ждет. Черт, я забыл сбросить старый звонок. Я скоро буду победитель пустыни. Конец связи. Чем-то мне это напомнило вдруг безумного Макса игру. Так, успей отхватить самое нужное. Ничего не хочу успевать. Здесь мы забираем с тобой награду. Так, еще награда. Полигон готов? Наконец-то. Пора отправить туда моих недосолдат. Улучшите, так, навык бойца двум жителям убежища до 10 уровня. То есть сюда их отправить, да? Так, давай-ка мы с тобой заберем это все дело. Слушай, а я ведь могу что-то построить еще. О, у нас, кстати, с тобой ящики есть. Давай открывать. Ух ты. Комплект «Сорви голова». А следующий ящик? Так, очки дозор — это для инженера. Земледелец. Также у нас с тобой снайперская винтовка «Гадюка». Плюс биткоинты и еда. Это все надо будет как-то пораздавать. Забрать награду. Что я тут опять получил? Забираем. Так, где мои бойцы? Вот они. Что же вам предложить? Ну, тут, блин, 15 уровень нужен. Давай посмотрим, что у нас по броне. Здесь тоже 15 лучшие. Я ничего лучшего здесь не вижу, если честно. Чем оно лучше? А вот это, да, это вот действительно лучше. Поэтому надеваем. Вот так вот. Очки могу надеть? А, это для инженера. А инженер у меня вот. Так. А, опять же пишут, нужен 15 уровень. И рад бы, как говорится, надеть, но нельзя, не могу. 15 уровень. То есть их стоит, друзья мои, наверное... А может быть вот этих вот отправить на прокачку, а? Житель приступил к тренировке. Вот давай, приступай к тренировке. Мне до сих пор непонятно, когда у нас с тобой появятся новые жители. Что нам для этого нужно сделать? Так, ну эти все занимаются гидропоникой. Тут у нас воду добывает. Так, опять же пустыня черепов. Ну погнали. Отряд врага слабенький. Ребята, мы практически на 1000 переплевываем противника. Хоть нас всего лишь трое. Ё-моё, нифига тут скорпионы. Ну. Так, минус один. Давай. Есть. Так, теперь вот этого хлобуду. И инженер в конце там, да, находится. На тебе. Готов, панкуша. Да вышлепывался. Так, мы с тобой получаем ящик. Соответственно, еще 600 еды. У нас же тут еда самое главное. За нее мы, по-моему, с тобой строим новые комнатки и все тому подобное. И вы называете себя стаей, мои бойцы. Вы не в состоянии даже расправиться с парой крыс, выливших из вонючего убежища. Смени название банды на «Неумелые неудачники», и тебе будет не в чем их упрекнуть, Факс. Я вырву твой язык, земляная белка. А вот это я посмотрю, кто кому вырвет язык. Ублюдок-то недоразвитый. Так, что мы с тобой... Зачем я сюда зашел? Скажи-ка мне на милость. Мне здесь делать нечего. А чего вы такие грустные-то все? Что вам не хватает? Ну, он эти быстренько качается, нифига себе, до 3 уровня прокачались. Так, где у нас с тобой... Так, что я тут могу сделать?
Пока ничего. Где у нас постройка зданий, ты помнишь? Как это делается? Это мой клан. Кланы станут доступны на 4 уровне центра управления. А центр управления, чтобы прокачать, что нужно? Так, необходим центр... Подожди. Для улучшения комнаты необходим 5 уровень центра управления. А это штаб. А где центр управления? Это полигон, это биопринтер. Центр управления. Наверное, вот он, да? Ну-ка посмотрим. 40 тысяч еды? Или 73 биткоин-то? У-ху-ху-ху. А могу я хотя бы... Да, здесь можно, кстати, ребята, мгновенно за 1 биткоин улучшить. А еще? За 5 биткоинов. Ну, давай сделаем. А еще могу? Нет, вот теперь уже до предела прокачал. Хорошо, давай тогда и здесь с тобой прокачаем до предела. Так, задание выполнено. Так, тихо, тихо, родная. Мгновенно. Так, и все здесь. Хранение воды, резервуар. Так, на максималочку все, да, прокачали. Биопринтер. Биопечать в процессе. Постройте рядом еще один биопринтер, чтобы увеличить число пар для размножения. А я не могу этого сделать, потому что оно сюда просто не вместится. Элементарно. Так, ну что же. Значит, нам надо что-то делать. Так, забрать награду. Еще награду заберем. Так, все это нам нужно. Сюжетные задания. Так, спецназ будущее. Улучшите навык бойца двум жителям убежища до 10 уровня. Но этим, в принципе, у нас займутся вот эти вот ребята. А нам с тобой что нужно сделать? Вот почему здесь, ребята, что-то означает? Так, ремонтник, это гидролог. А гидрологи у нас, по-моему, вот они. Я ведь могу тебе ключ одеть? Могу. Надеваем. Так, шикарно. Уже 5 уровень. Что-то они как-то быстро тут прокачиваются. Не знаю, по какой причине. Ну что, нам, наверное, нужно с тобой идти на карту и пустыню черепов. Осталось всего лишь 4 миссии. Слушай, а вот это что за отворотка? Мы здесь были или нет? По-моему, не были. Черепа и кости. Ну-ка, давай попробуем. Какая-то отворотка такая странная. Ну, погнали. Да мы их порвем, друзья. Но, так, давай. А, скорость не могу улучшить, да? Давай последнего снайпера тут. Пибич. Готов. Лежи и не вставай. Так, я просто хочу посмотреть. Мы с тобой вот сейчас бомбанули их. Это как-то на карте будет отмечено или же нет? Мне кажется, мы сбились с маршрута. Жестянка, проверь наши координаты. Координаты проверены. Маршрут построен верно. Я еще не ослепла. Сначала солнце было справа, а теперь слева. Поправка. Вы отклонились от маршрута из-за ошибки в модуле навигации. Данные обновлены. Придерживайтесь нового курса. Чертовы роботы и их глючная техника. А что ты так переживаешь? Я специально туда зашел, чтобы просто глянуть. Видишь, выполнено задание отлично. Так, ну что, давай следующее тогда. Отряд врага всего лишь 3000 имеет, а мы 4000 силы. Так что мы их тоже здесь с тобой порвем. Погнали. Но оглушенный, да? Лечи, лечи его. Так, минус один. Ух, потеряли инженера. Так, разнесем мы его. Он еще уклоняется, гаденыш. Так, и снайпер остался. Давай, давай, ребята. Есть контакт. Ну, как ни крути, все равно победа за нами. Мы победили. Интересно, здесь будет босс в самом конце этого уровня? Мне кажется, будет. И как раз вот этот, наверное. Люблю запах горячей нефти по утрам. Он предвещает мне скорую победу. Вместо кофе он предпочитает запах нефти. Я не представляла себе всю серьезность ситуации. Не волнуйся, мы с тобой справимся. Да что ты... Так, уже 6 уровень, да, они прокачали себе. Так, открываем с тобой сундуки. Смотрим, что здесь из них выпадет нам. Ух ты, это что такое?
прицел Лори, это для снайпера. Так, это классно. Давай следующий. А это что такое у нас? Сканер-прогноз, это для штурмовика. Сканер какой-то. И следующий у нас. Ух ты. Молот механика со щитом. Так, физ урон, скорость атаки. Механик со щитом. Так, теперь мне хотелось бы посмотреть, что я могу здесь поставить. Как, например, прицел... А, 10 уровень. Штурмовик. То есть я не могу ничего, да? Потому что уровня нам не хватает, понимаешь? Мы какого с тобой уровня вообще? Вселение. Надеть все лучшее. О, тут можно вот так вот, ребят, делать. Надеть все лучшее, и оно автоматом одевается. Это прекрасно. Значит, я не могу с тобой... Или могу? Надеть штурмовик. Слушай, ну по идее-то это же не штурмовик, это же инженер. Но тем не менее, я почему-то могу надеть на него. Эти бойцы у меня так быстро прокачиваются, офигеть. Так, ну что, давай, наверное, тогда следующее с тобой задание. Осталось всего лишь две вылазки у нас с тобой. Враг до сих пор ватный, поэтому он и поплатится за свою дерзость. Ну-ка. А, я могу тут вращать. О, по любой можно, оказывается, просмотреть под любым углом. Нормуль. Так, ну что, этих хохломонов мы быстро с тобой разберем. Все. Мы с тобой чутка перекачались просто-напросто. Поэтому у нас все так легко идет. Но это до поры до времени. Так, будет какой-нибудь диалог? Смерть, смерть близка. Я перееду их на своей новой тачке. О, как она прекрасна. И если ты попробуешь сесть в мою машину, пустынный фрик, тебе не жить. Внимание, красный уровень угрозы. Безумный Факс, самый опасный враг из всех, с кем вам приходилось иметь дело. Ты опять смотришь его профиль в соцсети? На этот раз вывод сделан на основе данных от инфродронов. Так, инфодроны еще какие-то здесь. Ну, я даже не знаю, стоит ли нам нападать. Давай посмотрим. Давай посмотрим, насколько... Я тебя умоляю. Отряд врага 3338, а у нас, извини меня, 4198. Ну и элитный ящик. Конечно же, я буду нападать на него. Безумный Факс пугает своим видом и диагнозом. Ну-ка. Да ладно, и что в нем так... Хотя подожди, 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 он что-то тут... Не надо никакой ярости. Мы его расколбасим. Конечно, расколбасим. Или же... Нет, расколбасим. Все. Вот тебе и весь Факс, ребята. Ватный какой-то был. Одного бойца, конечно, расчекрыжил он мне, но это ничего страшного. Автомобиль Властитель Дорог 3000 найден. Поздравляю, избранные, вы заслужили мои аплодисменты и награду Управляющий Месяца. Не забудьте вернуть в убежище наш биоматериал. Уникальное предложение. Купить за 99 рублей. Нет, спасибо большое, мне это не нужно. Так, два ящика, да, я могу открыть. А ну-ка. Давай посмотрим. Неплохо, следующий. Тоже неплохо. Охотник для штурмовика. Прибавляет здоровье. Так, а что же нам теперь дальше с тобой делать? Так, уже 8 уровень имеет. Ребятульки-то. Быстро идет кач. Нам нужно с тобой сколько еды? 40 тысяч, по-моему, да? 40 тысяч. У нас только 16 тысяч. Так. Я слышала, на этой территории живут мутанты. Справка. Учитывая распространенность мутаций, мутанты живут на любой территории. Здесь живут гипермутанты. Занудная жестянка. Лингвистические споры – удел биоматериала с низким IQ. Так, это мне руины отверженных теперь стали доступны. Ё-просоте. Ну давай глянем, что у нас тут. Какие тут чудики будут. Опа. Опа, пули. Фига тут. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тише-тише-тише. Да ну-ка нафиг. Ты посмотри. Слушай, ну тут уже сложновато. Уже практически ребята проиграли. Офигеть можно.
Действительно, какие-то биомутанты здесь у нас находятся. Надо с ними... Ну, прежде чем с ними воевать, нужно... А что нам нужно? Нужно прокачиваться. Прием, Кьюриоса. Зачем ты сунулась на эту территорию? Тебе же удалось вернуть свою тачку. Чего тебе еще надо? Я собираюсь встретиться и поболтать с одним старым знакомым, подлецом и предателем. И вряд ли этот разговор ему понравится. Нет уж, я больше не собираюсь с тобой ни о чем болтать. Прощай. Нет, парень, ты со мной поболтаешь. Так, ну а я предлагаю, ребята, еще пойти дальше. Ого, уже на пределе. Смотри, наш отряд имеет 4198 мощей, а отряд врага 4073. То есть практически на грани. Так, давай смотри. Ух, ё-моё, это кто-то действительно какие-то мутанты. Смотри на их рожи. Воу-воу-воу-воу. Этот чувак с плазмопушкой. Что-то дело пахнет керосином, по-моему. Давайте псов бомбите. Фига он там шмаляет. Оу, друзья, вот это мы встряли. Это для меня неожиданно. То есть, сделай выводы. Нам сюда суваться рано. Офигеть. Ну, хотя бы первое поражение. Хоть что-то, ребята. Хоть что-то новенькое. А то мы с тобой рвали их как сосунков. Я думал, так и будет дальше. Но нет, я ошибся. Я видел на складе еще не открытые ящики с трофеями. Открой их, затем сравни новые вещи с экипировкой бойцов. Вещи с пометкой «Лучшие» нужно надевать на бойцов. С новой экипировкой они наверняка смогут победить. Да, ты права. Вот только где у нас с тобой ящики? Я вот что-то не... Ага, вот, есть. Давай открывать. Клинки. Ножи «Ночной хищник». Слушай, я ведь могу разбирать старое барахло, ведь так? А, нам необходим 4-го уровня центр. Понял. То есть, как ни крути. А как же я должен тогда, извини меня, до 9-го уровня прокачали? А вы-то какого у меня уровня? Можно узнать? Рада. Какого ты у меня уровня? Так, добавить. Фига себе, 750 биткоинов, чтобы добавить еще одну звезду. А не слишком ли жирно? Я считаю, что это слишком жирно. Подожди, а я ведь как-то должен ставить новые комнаты. Я ведь помню, что... Так, это нам не нужно. Например, я хочу что-нибудь улучшить себе. Как мне это сделать? Ты не помнишь? Вот и я не помню. Так, это у нас достижение. Бойцы. Родион Рада. Что такое вселение? А, ты серьезно? То есть я могу ходить? Воу, интересно, а зачем такое нужно? Прикольно. Вселение. Так, ладно. Задание выполнено. Забираем награду. Тут то же самое. Ох ты, это что такое? Глава завершена. Открыть. Ну-ка, давай посмотрим. Не все ресурсы поместятся в хранилище. Ну, предположим. Ох ты, ух ты. Забираем все. Забрать награду. Давай, давай, забираем, конечно же. Здесь то же самое. Так, госпиталь. Построить госпиталь. Вот вопрос, как мне это сделать? Слушай, зря я, наверное, ребята, да? Приблизил. И как мне теперь отдалить камеру? А? Кто мне скажет? Я лично не знаю, как это сделать. Я не могу здесь два пальчика взять, как это, и свайпнуть. Так, эта комната открывает доступ к экспедициям, которые появляются в следующих версиях. Ага. То есть вот так вот надо было просто два раза кликнуть, да, и у нас камера отдаляется. Замечательно. Слушай, ну, я не знаю, давай посмотрим, наверное, на наших бойцов. Хотелось бы узнать, какого... Я не могу понять, какого они уровня, понимаешь? Я не вижу где-то, что прописывалось. А, вот, 10 уровень, понял. А эти у меня тоже 10 уровня. Ну, мы пока подождем, да? Ты инженер какого уровня у меня? 10-го. Точно хоть это 10 уровень? Так, влияет на боевые характеристики. Навык можно повысить на полигоне. Так мне-то, по идее, надо повысить на полигоне, но там тренировка идет. А я могу что-то делать помимо этого?
Так, оплот непорочности закрыт для меня. Ну-ка, давай еще разок посмотрим. Я не смогу с ним справиться. Ладно, хорошо, у нас с тобой вроде бы есть... Блин, хотел сказать, есть новые шмотки. Конечно, ребят, мы не выиграем здесь. Посмотри, разница какая в мощах. А вдруг? Не, вряд ли. Ой-ой-ой, бедный инженер. Пал смертью храбрых. Блин, этот строчит как неугомонный. Ты посмотри на него. Псих ты этот. Да бей ты пса этого. Есть. Ну. Ну. Ну сделай милость. Есть. Угу. На жопе шерсть. Ты прикинь, одной единички хп не успел уничтожить ему. Прикинь, из-за этого сфейлились. Так, все, они меня взбесили. Да я понял. Так, давай-ка мы с тобой одевать самое лучшее. Так, 15 уровень. Почему ты 9 уровня? Я не понял. Ты 9 уровня? Да у меня вот это тут, по-моему, даже 10 уровня. А ты? Ты 10. Так, ты... Ты 9? Так, ну-ка, ребята. Сделаем сейчас кое-что. Вот так вот. С этих бы как-то все снять. Я правда не знаю, как сделать это. Так, иди сюда. Иди сюда. Так, а вы, ребята, вернетесь у меня вот сюда, в полигон. Ой, этот, в штаб. Сейчас мы попробуем надеть все самое лучшее на них. Так, здесь вроде бы... Это что у нас? Растение вот. Понятно. По костюмам есть что-нибудь у нас посолиднее, нет? Так, как надеть на них все лучшее? Блин, может быть вот это на него, а? Будь штурмовиком. Так, броня лучшее. Надеть. Так, предположим, что еще у нас с тобой есть? Какой-нибудь пояс. Это для снайпера. Для снайпера не подходит, да я так понимаю. Это 15 уровень нужен. А это для кого? Для гидролога. Так, ну а тебя мы сделаем, наверное, стрелком. Так, наденем пушку тебе. Плюс броня лучшей, да, снайпер? Надеваем. Одеваем. Вот так вот, отлично. Ну вот, снайпер у нас, в принципе, с тобой готов. Я думаю, что все-таки будет какая-то, ну, супер-пупер сила повышена у нас, улучшена. Так, 20 тысяч еды у нас с тобой уже есть. Ну-ка, давай посмотрим. Ну, уже, ребята, лучше. Уже должны справиться, по идее. Ну-ка. Погнали. Оу. А он неплох, парень-то на передовой. Смотри. Отлично себя ведет. Я бы даже сказал, прекрасно, великолепно. Смотри, один дерется против всех. Так. Есть контакт. Ну и остался вот этот охламон. Великолепно просто. Вот так вот. Видел, что сделал защитник? Просто пришел на передовую и начал там рубашить всех. А мои сзади его прикрыли. Тревога. Зафиксировано массовое вторжение врага на нашу территорию. Справка. Активное развитие убежища было замечено соседями. Велика вероятность, что теперь нам придется регулярно защищаться от захватчиков. Тем хуже для них, избранный. Отправь бойцов разобраться с захватчиками. Победи все отряды врага и получишь крупную награду. Да? Ну, окей. Все волны нужно отбить. Ну-ка. Ну хорош боец, на самом деле, класс. Блин, его оглушили. Тихо-тихо-тихо, родной мой, держись. Есть. Так, остался последний поганец. Давай-давай-давай, мой родной. Есть, отлично. Так, тут была одна волна. И мы с тобой справились с этой волной. Так, я получаю сундучок, да? То есть там крупная награда должна быть. Что? Блин, серьезно, что ли? Еще одно вторжение.
Так. А тут мы чуть-чуть проигрываем. Точнее, чуть-чуть выигрываем по мощам, но я не знаю, как тут. Так, минус один скорпион. Мы отравлены. Мы отравлены, блин. Так, надеюсь, это... Да. Но все-таки наш боец тоже погиб. Все, надеюсь, или еще будет волна? Надеюсь, что все. Да блин. Так, мой... Подожди-ка. Ага, враги. Враги, ребят, должны, в принципе, проиграть. Мы все равно сильнее. Ну-ка. Два инженера здесь, да? Да, у них по мощам, ребята, очень кисло все. Так что мы их разберем. Минус. Так, и этого мы с тобой сейчас зачекрыжим. Шикарненько. Победа. Слушай, это у нас ящик улучшается? Или мы с тобой купим ящики? Вот это мне непонятно сейчас в данный момент. Все? Блин. Так, мой отряд все равно пока будет посильнее. Но у них тоже есть такой чувак. Два даже. А-а-а, вот у нас с тобой волны-то где оказывается. Ну-ка, погнали. То есть мы с тобой рано или поздно должны встретиться с таким отрядом, который просто не сможем победить. И на этом закончится наше вторжение, или точнее, наша защита. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, моего колбасят. Блин, упал. Ну и как? Сейчас посмотрим. Так, этого мы с тобой уничтожили. Давай вот этого. Так, и теперь один снайпер остался. Один на один. Кто кого, как говорится. Блин, меня подбили. Вот вонючий снайпер, а. Ну, что я могу сказать. Ну, проиграли, ребята. Не все же время выигрывать. Надо как-то и развиваться, и сильнее становиться. Так. Да я понял, что ты видел на складе. А вот это что такое у нас? Блин. То есть хочешь, не хочешь, а мне нужно отбиваться, что ли, от них? Надеть все лучшее. Надеть все лучшее. Это классно, когда вот так вот можно просто взять, кликнуть. И все лучшее на тебя надевается, да? Видишь? Вселяться я пока не хочу, и незачем мне. О, красиво выглядит. Так, стоп, а как? Почему-то я не могу, да, например, на некоторых надеть все лучшее. 10 уровень получает у меня эти верхние бойцы. Так, что мы можем надеть все лучшее? О, шикарненько. Так, а у тебя ничего нету? А у тебя? О, подсумок такой, так сказать, мы получили. Ценности. Да нет, я не буду ничего тут смотреть, не хочу я ваши ценности. Блин. Придется драться. Твою ж налево. Хочешь, не хочешь, мне нужно как-то их побеждать. Ну, блин, ему одному очень тяжело справиться. Ха, снайпер снесли. Слушай, а может быть шанс есть выиграть. Давай, почему нас станет, а? Блин, подбили. Но мы тоже уничтожим. Отлично. Молодцы, бойцы. Все у вас получилось. Ну, я так понимаю, враг тоже будет, извини меня, крепчать. То есть он мне не даст расслабляться. Мой отряд имеет 5000 хп, вражеский отряд имеет 4600. Ну, давай проверим, чей, как говорится, отряд будет круче. Опять же, они берут количество. Их четверо, нас пока тут трое всего лишь. Так, со скорпионом мы с тобой разобрались. Блин, мы оглушены, отравлены. Дебафов, конечно, опять, я не знаю, что это происходит. Слушай, а есть шанс выиграть здесь? Причем очень большой. В сухую. Никого не потеряли. И это круто. Так, двигаемся с тобой дальше. Вот тебе и Shelter War. Ну, здесь немножко, ребята... Блин, еще пятерых. А я могу просто выйти на карту и... Забыл сказать, Кьюриос, вам лучше поскорее убраться отсюда. Мутанты на дух не переносят людей. Они не успокоятся, пока вас не убьют. Тебе это почему-то не пугает? Я тут в особой роли, я...
Сколько раз надо повторить, чтобы ты не рассказывал планы врагам? Отключи связь. Слушаюсь. А это еще кто там такой, а? Какой-то там робот был, судя по всему. Так, ну что, смотрим. Ребята, отряд врага слабоват. Наш отряд покруче, поэтому я принимаю бой. Блин, ну мутанты это, конечно... Ого! Тихо-тихо-тихо-тихо, парень. Трындец, он там бомбит, ты посмотри. Кто вообще псих недоразвитый? Давай-давай-давай-давай, отлично. Есть. Слушай, мы здесь справились. Мы справились. И это круто. Так, будет какой-нибудь диалог? Внимание, перехвачена активная радиотрансляция. Выхожу в эфир. Прием, прием. Всем, кто меня слышит, спасите. Это Сара, я в плену у мутантов. Пожалуйста, вызволите меня отсюда. Ну неужели никто не слышит? Кюриоса на связи. Тебя-то как сюда занесло, Сара? Опиши, где находишься. Я в руинах магазина электроники, которую мутанты превратили в тюрьму. Втайне от них я собрала радиопередатчики и уже 2 дня шлю сигналы о помощи. Принято. Не робей, Сара. Скоро мы тебя отыщем. Вау. У нас, оказывается, тут еще и будут вылазки. Так, нет места для хранения. Подожди, а как мне... Вместимость всего лишь 20 тысяч. А как улучшить? 15 минут. Давай, наверное, сделаем с тобой, да? Ускорить. Ну... Нормуль. Так, вместимость становится 50 тысяч ресурсов. Это по мне. Так, выполнили задание, забираем награду. Еще наградушку забираем с тобой. Так, постройте госпиталь, чтобы быстрее восстанавливать здоровье бойцам. Так вот, я и хочу понять, где госпиталь-то этот, как он, ну-ка показать. В магазин. А, ну конечно же, это все делается в магазине. Госпиталь, ну вот, вот, ребята. Так, а я могу еще посмотреть то, что у нас... Так, лестница мне не нужна. Тренировка, энергоцех, гидростанция, это все у нас с тобой есть. По добыче. Генератор. Ага, это с 4-го уровня, да? А центр управления? Герои. Герои станут доступны после постройки комнаты отдыха. Рембот, робот-помощник, робот-помощник. Подожди, после какой комнаты отдыха? А где же у нас эта комната отдыха? Склад, плавильня, резервуар. Я не вижу здесь никакого комната отдыха. Ну и серьезно тебе говорю. Вот она вообще-то. Победите в точке защитники границ в оплоте непорочности, чтобы построить комнату отдыха. А непорочности это, по-моему, у нас будет следующая локация. Ладно. Предположим. Сундуки же у нас есть? Есть, давай открывать. Что у нас тут выпадет? Так, неплохо, я тебе скажу. Давай дальше. Отлично, следующий. Блин, 2000 консервов. Это что такое? Для инженера? Дрон, циклоп и энергопистолет. Окей. Так, это у нас для земледельца. Следующий. Так, понятно. И последний сундук для растениевода. Все. Ну что ж, давай тогда, наверное, мы с тобой наденем лучше, если такое есть. Ну, я смотрю, такого нету, да? Лучшего нету. Ну-ка, здесь то же самое. Ну, а тут? Вот, тут можно кое-что напялить поинтереснее. И все. А как тут увидеть, ребята, где у них уровень идет? Надеть все самое лучшее. Мне не видно, например, где у них уровень показывается, чтобы он... Так. Влияет на скорость улучшения и производства в комнатах. Навык можно повысить в техникуме. А техникум... А техникума у меня нету или есть? Форпост. Так, эта комната открывает доступ к экспедициям, которые появятся в следующих версиях. То есть пока экспедиции у нас с тобой нету. Я понял. Ну что, у нас с тобой есть вариант либо здесь отбиваться. Давай отобьемся.
попробуем отбиться от этого вторжения, потому что оно висит, блин, оно мне нервирует. Враг, тем более, очень слаб. Мы его должны быстренько пройти. О, наконец-то мы можем тоже глушить. А что вот это такое? Не пойму, что это такое, ребят. Не знаю. Что-то интересное и непонятное. По крайней мере, я нажимаю, ничего не меняется. Так, враг. Слушай, я думаю, стоит подраться еще разочек. Ну, может быть, мы исправимся, а может быть и нет. Снайпер, конечно, бомбит не кисло, я тебе скажу. Выносит просто на ура. Но у них два снайпера. Опять мы оглушено. Есть. Вау. Слушай, вообще круто мы тут бомбанули их. Ти, сосунки. Слушай, может быть, мы с тобой полностью сейчас это нападение отобьем, а? Так, здесь идем в бой. Тут их всего трое. Плюс скорпиончик. А он никчемный. Давай. Хотя, ну как сказать, разница есть все-таки, ребята. Давай, 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 страж, бомби. Есть контакт. Фух, справимся. Нормуль, мы отбились. Так, нам получается с тобой нужно всего лишь две атаки отбить. По-моему, да? И мы с тобой закончим. Да, две атаки. Блин, враг, конечно, с каждым разом все сильнее и сильнее. То есть потихоньку набирает мощь. Ну, давай посмотрим. Да, снайперы, конечно, если бомбят, то бомбят. Блин, мы отравлены. Ай-яй-яй, походу здесь мы... Хотя минус один снайпер. Слушай, победим. Мы с тобой здесь победим. Есть. Последний, ребята, бой нам с вами отбиться. И, наконец-то, будет полностью отражена атака на нашу базу. Но враг еще сильнее. Ух, нифига тут робот. Ну, поехали. Фига тут скорпион, смотри какой. Здоровый. Типа как босса, что ли. Блин, опять меня отравили, а? Слушай, ну мы справимся. Мы должны справиться здесь. С этими инженерами на изи разберемся, я думаю, да? Фу, вообще ни о чем. Вот так вот. Мне нравится. Так, и что же будет, если мы с тобой полностью отбили нападение? Задание просто выполнено, и все. Забираем. А что это за звездочки там были? Вот что это такое? Звезда заданий. Рекламная по... А, ежедневно... Если, короче, мы с тобой соберем 300 звездочек, у нас будет вот этот сундук открыт. Где мой пульт? Посмотрите три рекламных ролика и получим награду. Понятно. Так, здесь забираем все. Давай, наверное, открывать сундуки. У нас их 6 штук с тобой. Содержит необычный и можно найти редкий предмет. Ух ты, действительно редкий предмет мы нашли с тобой. Так, здесь зелень. Это ключик для инженера, видимо. Так, консервы 2000. Опять шмотка для земледельца. Это у нас тоже, по-моему, земледелец, да? Шикарненько. Так, ну что, можно попробовать, конечно, сейчас на руины отверженных сходить. Мой отряд и отряд врага. Отряд врага, ребята, чуть-чуть уступает мне. Буквально на 200 всего лишь мощей. На 200. Такие уродцы, да? Псы. Псы войны. Блин, кто там так строчит, как сумасшедший? Блин, только одного пса, что ли, забомбил? Зашибись. Эть! Ой-ой-ой-ой-ой, походу... А нет, справимся, справимся, справимся. Давай вон того гаденыша. Да ну нафиг. Да быть такого не может, а. Ну как так-то, ребят, ну... Прям бесит меня, а. Проиграли.
Так, мы с тобой скрывали ящики. Может быть, там что-то есть для нас полезное. Да я знаю, что враг слишком силен. Давай посмотрим, может быть. Ни шиша нету, да? А эти уровень не получили. У них пока 10. Я не знаю, будут ли они не дальше прокачиваться. Но без прокачки нам с тобой здесь делать нечего. Шмоток нету. Так, у нас с тобой... Ага, 1,5 минуты. Это у нас госпиталь. Ускорить бесплатно. Задание выполнено. Забираем награду. Улучшить центр управления. Так, блин, чтобы улучшить, нужно 40 тысяч еды. Может быть, еще разок попробовать, а? Может быть, это просто... Подожди. Подожди секунду. Так, где же? Сейчас я посмотрю. Блин, ну винтовку ставить, я думаю, нет смысла. Здесь. Снайпер. Штурмовик. Здоровье, физ, урон, 46. Физ, урон. Так, это не то, ребята. Надето лучшее, конечно, у нас с тобой. Блин, я не знаю, как быть. Ну, давай попробуем еще все-таки. Попробуем пройти. Ну, нет, значит, нет, ребят. Потому что там не хватило совсем капельку нам его пробить. Совсем немножко. Жалко, я не могу им показывать, куда стрелять. Они сами по себе бомбят, понимаешь? Видишь, у них у ворот. Какого перепугу, у них у воротов столько. Оу, подожди-ка. Этого видел, как снайпер бомбанул, не кисло. Так. Неужели это он так строчит, а? Да, это он так... мы его вырубили. И остается один пес вшивый, шелудивый. Есть. Я же говорил, ребята, все зависит от удачи. Мы победили здесь с тобой. Так, мы ящик же зарабатываем, по идее, да? Сара, прием. Что ценного ты можешь рассказать нам о гипермутантах? Они ценят силу, ненавидят людей и молятся о великой бомбе. Какой еще бомбе? У гипермутантов есть храм с большой бомбой. Их пророчество гласит, что однажды придет проклятый мессия и взорвет ее. Тогда все люди на земле погибнут, выживут лишь гипермутанты. Скажи, ну не бред? Проклятый мессия, кто вообще носит такие имена? А что это за бомба? В ней есть заряд? Есть, но бывший прислужник рассказал мне, что ей не хватает детонатора. Ага. То есть не получится ли, что мы туда придем и взорвем ее к ядрене фени? А, вполне может быть. Так, давай-ка мы здесь все заберем с тобой. Так, нам еще не хватает с тобой 18 тысяч еды, чтобы прапаться. Но зато мы с тобой сундук получили. Давай открываем. Ух ты. Это для снайпера. Интересно, давай-ка посмотрим. Слабенько, да? Я думал, мы нашли что-то лучшее. И разобрать инструменты не могу, потому что для этого нужно что-то. Так, это у нас аптечка, больничка. Тренировка. Так, фильтр воды, ферма. Слушай, я ведь могу, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот это что у нас? Резервуар, а как тут поменять? Можно как в этом, в Хасл-Касл? Помнишь, там можно было поменять постановку комнат? А здесь-то можно так сделать или нельзя? Я бы сейчас, например, эту гидропонику, например, да, объединил бы еще с одной такой же комнатой. Так, где-то должен быть, ребята, у нас с вами... Может быть, здесь? Ценности, поддержка, тренировка нет. Не то. А где же такая? Ну, такая должна быть, понимаешь? Функция, чтобы менять расстановку. Ежедневные, клановые, это все не то. Это у нас чат. Добрый всем, идет набор в клан Украины. Так, Россия приглашает активных игроков. Кланов тут, ребята, много. Слушай, я не знаю, если кто играет в эту игру, ребят, подскажите мне, как
А, вот, вот, все понял. И... Подожди-ка. Подожди секунду. Как мне ее переставить, вот эту комнату? Так, восстановить, убрать все. Ну вот эту вот комнату, вот сюда вот можно как-то переставить в конце-то концов? Или что, или нельзя? Режим уборки. Восстановить, убрать все. Да подожди ты, барышня. Не могу понять. Вот мы выделили. Вот мы с тобой выделяем комнату, да? После этого. А что я после этого? После этого я что-то ничего не могу сделать. Не пойму. Убрать все. Восстановить. Если я уберу это, то есть я вообще его уничтожу, да? Или как? Фильтр воды. Остались необъединенные комнаты. А, вот оно как. У нас наверху, да? Фильтр воды. Ну вот, например, фильтр... Подожди, резервуар. Сюда, а фильтр воды мы поставим вот сюда. Так, можно сделать? Можно. Теперь я хочу построить, например, еще одну комнату с фильтром воды. Вот. Вот именно об этом я и говорил. Сейчас мы посмотрим, это все должно объединиться. А, слушай, резервуар. Я могу, например, тоже, ну-ка, где он? Где у нас с тобой резервуар? Лестница, комната отдыха. Так, это не то. Аккумулятор, плавильня, резервуар. А, достигнуто максимальное количество. Все, значит, резервуар у нас только один. А вот это мы с тобой можем объединять. Также, судя по всему, мы, наверное, можем и гидропонику, да? Хранение провианта. Скорее всего, сейчас мы посмотрим. 25 секунд, пока у нас время идет. Я хочу пойти еще на руины отверженных. Ух ты. Босс, он будет сильнее, ребята, на него туда лучше не суваться. А так, можно обойти? Да, можно обойти, но все равно силенок у нас маловато. Да, не получится ничего. Так, смотрим, как у нас тут произойдет объединение. Хм, наверное, нужно нам с тобой улучшить. Ну, вот, видишь, как оно стало хорошо. И это можно сделать с, наверное, со всеми зданиями. По крайней мере, вот с этим точно можно сделать. Так, ну-ка давай попробуем. Так, убираем. Сюда, наверное, третье можно будет поставить, да? Мы поставим ферму. Ну, например, сюда. Ферма, да? Применить. И я хочу. Так, остались необъединенные комнаты. Стоп. Ага. То есть убрать все. Блин, зачем я убрал все? Да что тебе, что я сделал? Короче, давай, смотри, ферма. Ферма здесь, да, стоять должна. Фильтр воды. Пускай будет здесь. Так, нет. Госпиталь. Окей, предположим, здесь. Резервуар. Почему он только здесь-то идет, я не могу понять. Почему он ниже не может идти? Полигон. Так, ну. Нет места для строительства новых комнат. Что-то я пока, ребят, немножко недопонимаю. Почему я не могу? Нет объединенных комнат. Ладно, это мы пока трогать с собой не будем. Главное, что у нас вот здесь вот объединено и все. Забираем с тобой награду. Что там получили, я не могу понять. Я думал, ящик какой-то. То есть меня сейчас зажали, грубо говоря, со всех сторон. Я не могу выполнить основного задания, потому что здесь очень мощные противники идут. И как бы заперт. Заперт в плане того, что мне нужно ждать, пока мои бойцы вот эти прокачаются. Что там? Требуется уровень комнаты 2. А-а-а, вот почему не идет прокачка-то, господи.
Я думаю, в чем проблема? Чего они не качаются дальше-то? Потому что уровень нужен был. Вот оно что. Понятно. Так, забираем. Слушай, ну по минуте на уровень, когда они уже получат 15 уровень, я могу им надеть первоклассное оружие, которое у нас есть. Видишь сам, да? И бронька на 15 уровень, и защитника могу сделать себе. Но для этого нужно, конечно же, прокачаться. Так что, дорогие друзья, наверное, мы будем с вами на этой ноте заканчивать этот видосик. Я пока буду прокачивать своих ребят, а мы увидимся в следующей серии и продолжим играть в Shelter War. Так что всем удачи и до скорого!